Ага, значит, обычный летний лагерь. Да начнется темный ритуал! Так, я вижу тут систему. И в этой системе важное место занимают топоры. Кто здесь? Похоже, все эти топоры и прочие символы мучительной смерти меня пугают. Хорошо. А-а-а! Ворон, привет! Ты боишься не зря. Знаешь, мне за всю жизнь это говорили раз, наверное, 9. И надо сказать, это больше, чем нужно. У некоторых слишком много свободного времени и топоров. Это крик о помощи. Ты что, эксперт по резне в летних лагерях? Да, а еще специалист по потрошению. И где ты учился? Кровотокский политехнический. Первый раз слышу. Это, конечно, не лига ядовитого плюща. Но процент высшей меры среди выпускников все равно впечатляет. А сборная могильщиков уже 5 лет удерживает первенство. Наши лопаты лучшие всех. Копай, и ждет тебя успех. Вдобавок еще и щедрая стипендия. Ну, ты понимаешь. Ну вот опять. Снова кто-то зовет на помощь. Ворон, что это значит? Топоры жаждут крови. Лучше бы они, конечно, жаждали рубить деревья. Или вообще успокоились. В лагере 2 года не было беспечных, невинных жертв. У маньяков безделье уже в печенках. Да уж, бедные маньяки. Сидят одинокие у костра, утирают слезы. Печальная сцена. Знаешь, у них тоже есть чувства. Не представляю, что может заставить меня о них волноваться. Сколько жестокости. Вот и чудно. Чтобы махать топором, требуется грубая сила и в то же время изящество. Верю тебе на слово. Это неблагодарная работа. Очень печальная. Хорошо. Маньякам нужна наша помощь. Я тебе сразу скажу. Мы не станем разбираться с душевными травмами маньяков. Точка. С другой стороны, похоже, за тесаки берутся только те, кому нужна помощь. Лучик, кто-то в моем домике оставил очень милую записку. Вот, послушай. Хочу показать, что скрыто под маской. Я знаю одно, ты захочешь сбежать. Мне нужно лишь сердце твое в руках подержать. Подписано Большой Сид. А, Пенни, Большой Сид один из самых известных местных маньяков. В этих строчках ни одной метафоры. Надо будет укрепить домик. И мой тоже, пожалуйста. Маньяки страдают. Погрузись в их мысли. Почувствуй их тоску. Ты хочешь, чтобы я их дневники прочитала? Да. Они оставляют страницы из своих дневников повсюду. Чтобы любой мог найти. Это как-то слишком драматично. Ты придираешься. Похоже на поток сознания ненормального. Познакомимся с маньяками поближе. Вот, например. Мне вовсе не нравится таскать с собой мачете. Резать людей в летних лагерях не моя мечта. Мне всегда хотелось увидеть мир, стать ветеринаром. С пафосом перебор. Но дети постарше в шутку привязали меня к пристани.
И оставили там, пока не начался прилив. Хм. Да, такое мало кто простит. Видишь? Но это же не повод маньячить. Вот еще. Никто не становится маньяком по доброй воле. Сначала кажется, что это просто такой период, а потом твои друзья женятся, заводят детей, а тебя группа скаутов приковывает к бойлеру и оставляет умирать. Не то чтобы я поддерживала маньяков, но эти скауты меня пугают. Ага, вот. Я 15 лет был смотрителем тенистых аллей. Изо всех сил заботился о лагере. Но всех больше волновало, что у меня крюк вместо руки. А потом как-то летом скауты подожгли мой домик, пока я спал. Да что это за скауты такие? В лагере отдыхают жуткие типы. Вовсе нет. Родители отправили их на лето в жуткий лес. Так не поступают с теми, кого любят. Вот еще. Как же я жду дня, когда снова возьмусь за мачете. Я не буду это читать. И это я читать не буду. Патроны! Да! Что такое гекатомба? Минус один. Множество жертв. Видно выпускника кровотока. Цель еще не обнаружена. Ворон, почему тебе так нравятся эти чудики? У нас много общего. Больше, чем с жителями базы? На базе меня боятся. Да, немного. Но это потому, что ты любишь смотреть прямо в глаза и многозначительно говорить вещи вроде «уже скоро». И смеяться. Вот так. Это последнее. Я родился под дурным знаком в свете кровавой луны. Нет, стой. Это мое. Я дитя тьмы и порока. Хватит, говорю. Но моя судьба в моих руках. Я могу выбрать иной путь. Ворон? Это ты написал? Кажется, я понимаю, почему ты хочешь помочь маньякам. Мир отвернулся от таких, как мы. Стоит разок разбушеваться, и тебя считают монстром. Ну, да. Ты тоже из этих маньяка-ненавистников? Да. Резать всех подряд — это злобно и отвратительно. Но, возможно, не стоит отворачиваться от маньяков. У меня есть идея. Внимание, обитатели лагеря! Спасайтесь! Бегите прочь без оглядки! Внимание, маньяки! Приготовьтесь к лучшему лету в своей жизни! Потому что вы все приглашены в единственный на свете летний лагерь для маньяков! Добро пожаловать в лагерь Кровавые аллеи! Вечером вы познакомитесь со своими вожатыми. Их резать нельзя! За попытку прирезать вожатого лишитесь доступа к воде на 48 часов. Никакого купания. И никаких каноэ. Вот-вот. И даже не думайте проверять. Один порез и до свидания. А в остальном делайте, что хотите. Веселитесь, заводите друзей. И приготовьтесь к самому страшному вечернему костру в вашей жизни. А для некоторых и в послесмерти. Всем привет. Говорят, вы готовы к самому жуткому кошмару в своей жизни. Ну да, наверное. Так, все найдите себе по прутику, а я обеспечу зефир. И кошмар тоже обеспечу. Отлично. И тогда детектив крикнул: «А ну, все наружу!» Звонили с домашнего телефона. Не страшно? Что такое домашний телефон?
Что такое домашний телефон? И если честно, сама не знаю. Но главное, что убийца внутри дома. Круто! Нет, не круто. И мне особо интересно. У меня полно отличных историй. Так что жарьте зефир и готовьтесь дрожать от ужаса. А когда он вернулся, то увидел, что из двери его машины торчит крюк. Так и знал. Это был твой крюк? Да. Спорим, назад ты крюк так и не получил. Не думаю, что он знал, как правильно себя вести в таких случаях. Ну да, пожалуй. Ты молодец, что можешь посмотреть на вещи с его точки зрения. Наверное. А ты знаешь страшные истории? Ха! Еще бы! И вот он тянется за мачете, а его нет. Я думала, это будет в самый раз. Не страшно потерять мачете. Всегда есть запасной нож. И молоток. И бензопила. Еще яма с тиграми. Помните, подготовка — лучший друг маньяка. Моя очередь. В офисе планирования сняли трубку и ответили. Этот лагерь — отличное место. И продолжай. Чтобы устроить поле для гольфа. О, нет! Это скучно, а не страшно. Жуткий летний лагерь — их родной дом. Во всем остальном мире их ненавидят. Ясно. Тогда вот самая страшная история. Большой Сид покрепче сжал поднос и осмотрел столовую. Возможно, сегодня ему удастся найти пустой столик. Но все были заняты. Можно взять тебя за руку? Утихни. Да, ладно. Он посмотрел на качков. Нет, эти никогда его к себе не пустят. Дальше сидели готы. Они ответили ему надменным взглядом. Внезапно повариха схватила его за руку. Ты садись, солнышко, сказала она. Обед стынет. Вот такие дела. Кстати, пора подкрепиться. Хватайте подносы и вперед. Эй, маньяки, я тут место приберегла. Слава богу. Спасибо. Мы чуть не врезались в толпу. Да, все заметили мачете. Садитесь, поболтаем. У кого из вас дома остался кто-то особенный? У меня. О, и как ее зовут? Она перешла в другую школу. Перешла в другую школу. Отлично. Классическая отговорка. Но все равно, придумай ей имя. Ого! Ты отлично ладишь с маньяками. Они славные, если узнать их поближе. Особенно, если не задумываться обо всем этом. Ладно, маньяки! У вас никогда не будет друзей, если вас никто не увидит. Приготовьтесь к испытанию вон из тени! Игра начнется по свистку. Хватайте рюкзак и отправляйтесь на прогулку. И не прячьтесь в тенях. Никого не преследуйте, не маячьте за спиной и не надвигайтесь с угрожающим видом. Издавать жуткие звуки тоже нельзя. Гуляйте так, как будто вы никому не желаете зла. Не прятаться! Деннис, как получилось, что ты выбыл первым? Я растерялся, забыл, как прячутся. Запаниковал. И вот я прячусь. Пенни, ты выбываешь. Жаль. Похоже, переволновалась. Лок, выбываешь. Прости.
сложного? Лучик, ты выбываешь. О чем ты? А, ну да. Ха. Неужели мы тоже постоянно прячемся? Судя по счету, да. Ворон, ты выбываешь. Знаю. Не смог удержаться. А это значит, у нас есть победитель. Забирай приз. И его нигде не видно. Слишком долго был на свету. Еще вернется. Мне кажется, мы добились успехов с маньяками. Мне кажется, это они добились успехов с нами. Я в жизни ни дня в тени не пряталась. А теперь взгляни на меня. А ты где? Вот именно. Думаю, все слегка переволновались. Завтра устроим день каноэ. Повеселимся, расслабимся. И покажем им, как проводить время с пользой. Что может случиться? Так, все сели и замолчали. Кроме маньяков, вы ни в чем не виноваты. Некоторые тут баловались с мачете, и теперь им запрещено подходить к воде. Деннис, Пенни, видит бот, Лок, Кен, Кайл, Квин, Сара. Все, кто в моей команде, остаются на берегу. Сами знаете, почему. Так что вместо подготовленной серии гонок вы будете искать снаряжение для команды маньяков. Вот с кого всем нужно брать пример. А теперь вперед! Найдите какие-нибудь весла. В жизни не видел, чтобы Лучик так злилась. Пожалуй, это нормальная реакция для случая, когда кто-то дерется на мачете. Наверное. Погодите, а почему вы вообще затеяли драку на мачете? Ну, то есть, мы же хорошие? Конечно, хорошие. Помощь нужна? Не от тебя. Наверняка будешь издеваться. Тебе-то можно подходить к воде. Нет. Маньяки не любят воду. Разве что выпрыгивать из нее, чтобы напасть на кого-нибудь в лодке. Верно. Разве что выпрыгивать из нее, чтобы напасть на кого-нибудь в лодке. Что именно случилось вчера вечером? Ну, мы просто решили развеяться. Всем было обидно, что мы вам проиграли. Почему? Потому что мы же лучше вас. Ты не обижайся. Ты что хочешь сказать? Вы же плохие, а мы нет. Так что мы лучше. Не, ну серьезно. Я вот, например, никогда не вырезал целый лагерь. Прости, я не понимаю. Я не в восторге от того, что тут происходит. Вот твое весло, а я побежал. Не обижайся, но я сейчас все-таки тихонечко позову на помощь. Лучик, привет. Мне тут нужна помощь. И поскорее. Говорит Лучик, что у тебя стряслось? На меня смотрят маньяки. И на меня тоже. И что в этом такого? Это может иметь отношение к тому, что мы высказались в их адрес определенным образом. И, возможно, задели чьи-то чувства, Деннис. Если бы я знал его получше, то не стал бы шутить про мамку. Или плаванье. Или бойлер. Ребята, вам пора бежать. Лучшее, что мы можем, медленно пятиться, спотыкаясь о ветке. А, это ветка. Нормально. Возможно, стоит разделиться. Нет, 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 я скоро буду. А все так хорошо начиналось. Что произошло? Вы все считаете, что вы лучше нас. Это неправда.
Самую малость правда. Если думаете, что мы можем измениться, зачем это все? Отлично сказано. Зачем нам меняться, если вы видите в нас только зло? Народ, я ожидала от вас большего. Маньяки, от вас я ожидала намного меньшего. Мы все даже составили новые завещания. Но лагерь еще не закрывается. Я дам вам шанс самим все уладить. Идите и заройте топор войны. Все взяли свои топоры войны? Да. У меня даже несколько. Давайте улаживать конфликт. Ну, можно и так. Вот тут, мне кажется, подходящее место, чтобы зарыть топор. Считаешь, что ты лучше меня? Ну, я не такой плохой. Что ж, ясно. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь закрыть глаза на ваше прошлое? Понимаю. Но я вижу, что вы пытаетесь измениться. Для этого нужна смелость. Вы так уверены, что вы хорошие? Конечно. Какие же еще? А что хорошего вы сделали? Ну, мы хорошо себя вели. А точнее? Ну, не делали ничего плохого. Постойте. Должен ли я постоянно вести себя хорошо, чтобы считаться хорошим? Да. А может, раз в неделю достаточно? Сильно сомневаюсь. Цель обнаружена. Установите циклоп на точку, когда будете готовы. Деннис, неужели мы не настолько хорошие, как о себе думали? Ну, мы совершенно точно неплохие. И этого достаточно? Серьезно? Естественно. Быть плохим — это не значит просто не быть хорошим. Это тяжелая работа. Вот именно. Быть злодеем — тяжелая работа. Просыпаешься и злой. И весь день злой. Солнце село очень злой. А нельзя просто думать, что я милый и хороший. Мне так только проще. Послушайте, я плохой? Ты еще маленький, так что, может быть, только чуть-чуть. О, нет. Я пойду сдаваться. Нет, стой. Если я чему в этом лагере и научился, так это что каждый может стать лучше. Или хуже. Или хуже. Именно так. Слушай, Ворон. Прости, что сказал, что я лучше тебя. А ты меня прости за то, что найдешь в спальном мешке, когда туда заглянешь. Ну, как все прошло? Мы помирились. И я понял, что быть по-настоящему хорошим слишком тяжело. Так что я решил взглянуть на себя иначе. Поэтому прощаемся с хорошим Деннисом. И приветствуем Денниса Маньяка! Это, мягко говоря, перебор. Мачете-бот, начинай! Тихо, пожалуйста, я начинаю резню! Ой, твой глаз! Ой, твое лицо! Ой, твои конечности! Так, так нельзя! Это выходит за всякие рамки. И технически должно быть нарушением хотя бы одного правила видит бототехники. Конечно. Но это логично после посещения лагеря маньяков. Он прав. В этом лагере я многое осознала. Если я не устрою резню, кто знает, что еще я сделаю. Ладно, хорошо. Разрешаю одну
неуемную резню. Клинки в руки и побуйствуйте в волю! Режьте только мозгляков и туманных монстров! Ничего не обещаю! Придется, Мачете-бот! Придется пообещать! Что разрезано, обратно не соберешь! Это чистая правда, к несчастью. Внимание! Я начинаю резню! А я пойду и оставлю вас развлекаться. А-и-ха! Ну, как идет резня? Вообще-то не могу сказать, что мне не нравится. Эй, маньяки! Если вы меня слышите, я проперся! Предполагалось, что ты побуйствуешь и успокоишься. Я знаю. Но клинок хочет того, чего хочет клинок. Пожалуй, я позвоню твоему психотерапевту. Клинок думает, что это будет лучшее решение в данной ситуации. Для всех. Хрясь! О, привет. Хочешь, кусочек отрежу? Не стесняйся. Давай два. Ого, как ты ловко режешь. Я многому научилась у наших друзей-маньяков. Но не слишком многому, верно? Это здоровая, умеренная резня, верно? Лучик, милая, ты беспокоишься, что в лагере Кровавые аллеи я стала маньячкой? Да, немного. Я научилась новым приемам против мозгляков. Вот и все. Ха, славно. Пока вокруг толпы мозгляков, все будет в норме. Хочешь сказать? А вот если мозгляки вдруг закончатся, могут возникнуть проблемы. Постараюсь не забыть. Тихо, пожалуйста. Я сплю. Я и сама до жути хочу спать. Кровавый тихий час. О, накромсались бедняжки. Ну ладно, маньяки, если вы где-то там в лесу прячетесь. Мы многому научились вместе. Можно сказать даже, что чересчур многому. Надеюсь, что мы показали вам, какой насыщенной может быть жизнь без резни. Спокойной ночи всем маньякам Планкертона. Маньяки передают весточку. Вы отнеслись к нам по-дружески. Вы помогли нам оставить любимый летний лагерь. Выйти в большой мир. Мы будем нести ваше дело во все остальные лагеря мира. Скоро все подобные нам будут свободны. А-а-а. Стоп. О, нет. Мы натравили целый лагерь маньяков на ничего не подозревающий мир.